Так, ну что, сумку я собрала. Ай! Так что едем сейчас на море. Папа сейчас нам стеклышки протрет. И мы поедем. Дети, садимся. Вот это рывок! Рекс тут с нами собирается. Папа тут это заводит. Пока Рекс там уходит, папа тут все вытирает. Так, мы на заправку заправились. Да, сейчас переезд закрыт. И... А, ну как будто люди не видят поезд. Где поезд? Это откуда, интересно? Это ж не знаю, сыночка. Да, вот 7:45, это мы сейчас на Адыгее, да, приехали? Да. На мост. Да, вот он. Краснодар закончился. Началась. Так, это сколько у нас там уже? 8:20, мы уже в горячем ключе. Горы уже начались. Ну что, мы приехали? Девочки, здрасте! Ой, парковка здесь 200 рублей стоит на весь день. Боже мой, сколько мы ехали? Сколько? 2,5 часа. А тебя голова не болит? Болит до ужаса. А, вирус коляй, какая радость. За июня. О, целуется. Привет. Столько не видел. Это цветы какие. Ага, интересно. Я не видел. Ну да, я тоже. А что это за цветы? Я даже не знаю, сынок. Боже. Уже надул? Почти надул, вернее. Гриш, ты же хочешь идти на море? Какой не хочет уже на море? Сейчас идем. Так, заходим. Тут колесо обозрения. Ну, такие аттракционы, конечно, опасные. Ой, тут уточки. Маргарита, ты уже на уточке, да? Не на уточке, я на черепашке. А, тут на уточке, на пули. Где восстанавливали? Ну вот, параллельно набережной. Афоне купили пистолет. Где доску для щёрпица? Да, угодит ветерок. А Антоша тоже. Мама, как раз сейчас помогла, буду щипать. Да. 400 рублей. Антош, подымай, это сейчас лопнет. Давай я понесу, Антош. Так, все, мы переоделись. Так что ура. Идем купаться. Так, где мой Афоня? Да. Пошлите купаться. Антош, ты идешь купаться? Мама, надо доски для серфинга купила. А. Давайте. Вперед. Я тебе дала их. Сколько? Нет. Вот очки. Вот, так там я прыг. Да, есть. Ух ты! Сия. Вот это было! Мама, людей почти нет, сентябрь, да? Вообще нет людей. Сейчас будем привыкать! Так, Гриша, идем сюда. Вот это вонзы! Ага. Ну что, залазьте. Давай сюда, Серёж. Ой, вода такая холодненькая, да? Ага. Такие шлёпки, не Серёж, Серёж. Холодно?
Кажется, холодно, да? Кажется, но мне кажется. И дядя Костенко! Легенда. Вот. Где шесть часов? Давай сейчас покушаем, а потом мороженое, да? Ну пошли сейчас покушаем супчик и потом это, хорошо? Что? Колу? Ну подожди еще, колы тут нету. Мы купили мороженое жидкое, теперь ждем наш обед. Борщ и окрошки. Гриш, не надо так делать руку. Борщ. Ты будешь борщ? Ты борщ будешь? Его несу счастье. Надо заесть. Что это? Тебе положить, сына? Пиццу принесли. И себе, давай я сейчас. Котик, ну-ка, не. Подождите, оно горячее. Все очень горячее. Подожди. Мы просто сейчас из лавы кого-то выколол. Ой. Как легенда. Иди сюда, вон Степа пошел. Ну такое, кафе не очень, если честно. Мне не очень понравилось. Море. Море. Пошли переодевать шорты, Афоня. Экстрим маршрут, горы на джипах. Арго, пойдем. Пойдем. 5 минут. Да пошел. Гриша, не дергай ногами, опусти и все. Ярослав. Гриша, а может тебе на 10 минут? Можно 5 я? Хватит. Ой, все, сиди, сиди. Тебе нравится, Гриша? Щекотно? Не трогай. У тебя не жрут, как у меня. Мы у мальчика вообще не едят. Там есть нечего еще? Или сытые они там? А тут голодные, видишь? Хо-хо. Ой,
Рей, куда? Не трогай. Круто. Да, было здорово? А чего они вот тут у нас? А? Скажи, мама, да, это. Не знаю. Акула! 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 Она на акулу! Что это такое? Держи, не бойся. Антоша, пошлите, мама боится. Мама боится таких штук. Мама боится, дети-то не боятся. Давай слово. Воробей. Ясно. Сокол? Сокол? Ну да, наверное. Блин. Это что, это торнадо, да? Афонечка, Афонь, иди сюда. А где эти? Не знаю, где эти. Пошли искать. Торнадо. Афоня, иди сюда. Подожди, я никому ничего не буду покупать. Нет, кататься мы не будем. А это что, дельфинарий? Ну, закрыто, видишь? Закрыто. Где Антон? Ничего не трогай. Руками написано не трогать, котик. Пошли, не будем трогать. Пойдем. Нет, нельзя трогать. Я не знаю, что это. Игрушка какая-то. Пошли. Везде. Мы уже выехали. Орехи продается, да? Дорожное Разлила, радио. Да. Выехали пораньше, да? Ага. Подумала вся архиповосиповка. Выйдем пораньше, чтобы пробки не было, да? И тут пробка при выезде. Пустите нас, пустите. Просящих. Пробка, конечно. Выехать никак не можем. Да что, мы уже едем 1:20, да, в пробке стоим. Вот только выехали на развилку, где на Сочи, и на Краснодар, и на заправке тоже пробка. Да, угу. Глянь, тут какая пробка еще на заправке. Кто-то даже хочет через заправку типа объехать, но здесь не вариант. И у них ни пробок, ничего нету, да. Вдвоем они. Это вообще 2 часа мы в пробке, да? На Сочи главная полоса свободна, а мы вот на Краснодар стоим в пробке. Вынуждают нас всех ехать в Сочи. Вот мы уже сколько, 2.5 часа в пробке? И офигеть, здесь получается весь мост наверху стоит, и мы все внизу стоим, и я так понимаю, мы все должны в одну... В одну большую пробку въехать, да? В одну большую жопу! Да, это же говорили, сделали развязку, да? Ага, лучше бы они ее не делали. На Джубгинском мосту, да. А что, Джубга вся стоит, что мы стоим? Все стоят, и мы стоим. Плохо всем, даже собакам, да? Надо было что-нибудь ужас, делать. Ужас. Уже мы сколько? 2:45. И ничего не происходит. Каждые 45 минут снимает. Вот какая классная собака, да? Привет! О! Народ, он даже сверху хочет спуститься вниз. А пробки продолжаются. 3:10 мы уже в пробке. И до сих пор на этой развязке, да, никак не можем доехать. Да ужас, да, сколько? Уже 3.5 часа в пробке. Сколько 3.5 часа. Минуты нет. Короче, все в шоке. Все, мы... Зеленый человечек. Мы заехали в пиццерию. Мы заехали в пиццерию Фредди. Антоша, мне не нравятся такие слова. Баба, а я тут отживаю. Афонь, как тебе Черное море? Анама. Анама? Нормально, они обаты. Знаешь, это один раз, когда я например была, Башка, ну как там тоже? Красиво. Так, у нас пицца. Паста. И паста с грибами. И курицей. И пицца с грибами. Тебе нравится? Все? Так ничего. Еще такой красивый латте. Ватанка. Да, мамуль? Угу.
Привет, да? Папа. А я в холодильник, а там одна отваренная картошка. А сами по пиццериям, а? Так, вот это пиццерия Лайм в Красносельске. Все, мы теперь домой. Папа забрал детей, а мы домой. Бабушку теперь повезу. Так, ну что, дети мои, 10 часов, мы дома. Будет с 16-го, что ли? А, или с какого он там? С сентября или с октября. Так, ну что, давайте спать, мои зайки. 10 часов. Не, говорят, смешно это. Не хочем, а хотим. Не хотим. Да? Но мы подумаем с папой.